постоянном совершенствовании тела и духа, комплекс боевых действий, составляющих технику атаки и защиты против воображаемого противника. В боевом искусстве сёктокан, ката, воплощение гармонии, контроль силы и эмоций. Кумите, поединок, где важны скорость, ловкость, быстрота, равновесие. Жесткие блоки, мощные удары. Основной принцип – сёктокан и кенхисацу, что переводится как «одним ударом на повал». В течение двух дней в универсальном спорткомплексе Подмосковья проходили крупнейшие соревнования, турниры по спортивной дисциплине сёктокан, вида спорта «Восточное боевое единоборство». 11-й календарный, он же 20-й юбилейный Кубок России, всероссийские соревнования, межрегиональные состязания Союза общественных объединений, а также турнир среди ветеранов. Соревнования организованы Общероссийской спортивной общественной организацией Федерация Восточного боевого единоборства России и Объединенной организацией «Сёктокан России». От южных морей до Камчатки в спорткомплексе Подмосковья собрались сборные команды 37 регионов всех 8 федеральных округов. Это более 800 лучших спортсменов каждого из краев и областей, а также порядка 90 спортивных судей. Сёктокан – один из основных стилей карате, весьма популярен в России. Наши спортсмены успешно выступают на кубках и чемпионатах Европы, мира, завоевывая главные трофеи и призовые места. Наша страна по сёктокану, именно по нашему виду, держит первое место в Европе уже 4,5-5 лет. И никаких шансов нет. В мире вторые после Японии. Мастер спорта международного класса, действующий чемпион Европы Максим Ватяков демонстрирует ката в финале Кубка России. В претендентах за главный трофей турнира было 24 участника. В финале же выступило четверо, но Максиму все же удалось добиться наивысших оценок судей. Золото Кубка России – еще один трофей в копилке достижений и как результат закрепления в составе сборной страны. С детства занимаюсь, 6 лет. Сейчас уже сам тренирую детей и пытаюсь показывать им, что как бы можно совершенствоваться каждый год, продолжать расти, при этом стабильно показывать результат на российской арене, на международной арене. При этом это все достигается, конечно, с помощью большого труда. С самого утра до вечера каратисты от мала до велика сражались в ката и кумите на одной площадке. Стоит отметить, особенность состязаний еще и в том, что совсем юные спортсмены могут перенять опыт у тех, кто уже не раз поднимался на пьедестал почета различных турниров и чемпионатов России, Европы, мира. Этот вид спорта воспитывает очень хорошие качества. Это стремление к победе, это выносливость, это вера в себя, это постановка целей и достижение этих целей. Это уважение к старшему. Да, все же карате сёктокан – это не только спорт. Это боевое искусство, у которого есть своя философия. Анна Балиет, Валерий Жиглитель, радиокомпания «Щелково».